Декларацию о союзническом взаимодействии подписали Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Сегодня в Астане состоялись переговоры в узком и расширенном составах. Лидеры Казахстана и Таджикистана заключили еще 8 стратегически важных соглашений. Глава государства отметил, что на протяжении многих лет Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Только за прошлый год двусторонний товарооборот вырос на 18,5%, достигнув 1 400 000 000 долларов. Об итогах встречи на высшем уровне Далия Насипова. Борт президента Таджикистана приземлился в Астане накануне после казахско-таджикского делового форума. Результатом масштабного экономического мероприятия стали подписанные контракты на сумму почти в 2 миллиарда долларов. Растущий товарооборот между двумя странами – основной показатель стратегических отношений, не раз подчеркивали лидеры государств. А нынешний визит Эмомали Рахмона Касым-Жомарт Токаев называет историческим. С него начинается союзническое взаимодействие. Заявляю о том, что ваш визит имеет очень большое значение. По сути дела, это переломный момент в развитии традиционных связей дружбы и сотрудничества между нашими странами. Наши взаимоотношения приобретают характер союзнических связей и сотрудничества. Поэтому я считаю, что данный визит займет очень достойное место в летописи двустороннего сотрудничества между нашими странами. По итогу встреч президентов между Казахстаном и Таджикистаном подписан еще ряд важных документов. Помимо декларации о союзничестве, стороны скрепили подписями меморандум между институтом и центром стратегических исследований двух стран, а также дорожные карты в сфере культуры и спорта, сельского хозяйства, туризма, промышленности и торговли. За вклад в развитие казахско-таджикских отношений казахстанский лидер наградил Эмомали Рахмона орденом «Алтын Кыран». Сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран. Уважаемый Эмомали Шарипович, с учетом вашей исключительной роли в укреплении многовековых уз дружбы и сотрудничества наших стран, президент Таджикистана, в свою очередь, отметил, что в течение 30 лет между странами развивается многогранное и взаимовыгодное сотрудничество. Казахстан является надежным стратегическим партнером Таджикистана. Отношения двух стран отличаются высоким уровнем взаимопонимания, поддержки, взаимного уважения и доверия. Мы настроены на дальнейшую тесную совместную работу с казахстанскими друзьями по неуклонному продвижению всего комплекса сотрудничества наших стран. Осенью в Казахстане пройдут дни таджикской культуры, которые будут сопровождаться демонстрацией достижений сельского хозяйства. А товарооборот между странами должен вырасти до 2 миллиардов долларов. Далия Насипова, Данияр Умар, Ренат Утеев, телеканал «Алматы», Астана.